Это чашка. В ней нет ничего особенного. Но это пока. Теперь это твоя чашка. Из нее будешь пить ты. И не только ты. Она будет вечно теряться. Находиться. Охлаждать пыл, согревать теплом. И всегда будет с тобой. Мир — это не просто вещи. Это вещи, которые ты сделал своими. Делай мир своим.